Лага, не лага, дорогие зрители и подписчики канала Вульферин. Здравствуйте, ребят. Где-то он наверху. О, я тебя только что как-то увидел, ник твой. Я тут где-то шляюсь. Я где-то тут шляюсь по... Да, да. И, собственно говоря, дрожжа. И мы продолжаем играть в Seven Days to Die. У нас тут этот кооперативный. Окей, окей. Да, и мы... А, это твой рюкзак. Блин, я думаю, кто это, сука, лута оставил? А, я его что-то не взял. Мне, кстати, предлагали взять дюпнутое. Так что, может быть, возьмем? Дюпнутое. Возьмем дюпнутое. Да не надо. Как мне написали в комментариях, то, что... потеряно. Честным трудом. То нечестным не найдешь, не наковыряешь, короче. Где мне выйти, Виталь? Как мне выйти? Никак! Я хочу выйти! Лестницу делай. Мою маковку, Виталя. Вот ты такой Виталя. Я да. Я имею право на это. Я имею право быть Виталий. Мы Виталий! Виталий это мы такой. Да-да-да. Так, вместо чего? Давай вместо вот этого. У нас сейчас орда, кстати, между прочим, мандаринов. Ты не забыл про это? Это у вас сейчас орда, а у нас сейчас проверочка, то, что мне писали в комментариях, пойду проверю это. А, копать? Копать. Да спасибо. И тут Коля! Везде Коля! Подожди, это что-то за него, не? Так, мне сказали что? Мне сказали, Женя, копай. Женя, копай, будь кротом. Только под дом копать не надо, пожалуйста. Ой. Хорошо. Это очень увлекательно и круто. Но у нас тогда будут возле дома ямы. Нахер надо. А можно землю... Так. Дёрт, это шана, да? Землю обратно ставить можно? Да. Женя, это Майнкрафт. Виталя, давай закапываться. Ага, от зомби, да? Шикарно, просто шедеврально. Жень. Может быть, мы задний проход как-то заделаем, не? Виталь, насчет заднего прохода, это не ко мне. Я говорю, в задний проход в доме! Ну... Где ты лестницу, кстати, поставил? Вот в чем вопрос. Ну, где у нас меньше всего. А. Но я тут тоже скоро заделаю. Короче, сейчас сначала накопаю сейчас деревьев. Женя, давай быстрей. 4 часа, мать моя женщина, точно. Я о чем и говорю тебе. Что ты мне ничего не говоришь, а? Шо? Стоит и не говорит. Что ты там тебе сказал? Стоит и не говорит такой. Я не говорю. Я не говорю. Я ничего не говорю. Это у нас кто-то сказал слишком большой забор. Я написал это. Забор по Фрейду. Да-да. Нет, чем больше забор, понимаешь, это комплекс. Чем больше забор, тем меньше там корнишончик. Вот любит Виталий кушать огурчики. Вот. Я про это. А вы о чем? Я огурчики люблю кушать? Ну? Нет. Если честно, то я не люблю огурцы, на самом деле. Нет? А сосиски? И сосиски а тоже. А багеты? А кукурузу? Сейчас кое-кто там останется. Че у нас еще продолговатое есть? А факелы глотать любишь? Мечи-глотатель. А фехтовать вы любите, Евгений? Женя у нас просто Фрейда перечитал, видимо. Ну все. Я, кстати, в универе вроде было что-то, я не помню уже, это было давно, не правда. Да, ну там же что-нибудь, его труды всякие там. Не знаю, я Фрейда не читал и не собираюсь. Ты чё, дядька зачетный? Да мне пофиг какой, он какой-то чокнутый, блин. Ну у него все через, да. Про писюны мужские думать. Офигенно просто вообще. Ой, прикольно, мне это показалось. Про писюны? Нет. Мне показалось, что зомби на этом, на камушке загорал. Зомби на камушке. Я на камушке лежу. И, я не знаю, паклями шевелю, да? Все шевелю. И шевелю. И на камушке лежу. Да, и на камушке лежу. Так что, может это, немножечко подуничтожим этот? Кстати, когда вот так вот выкапываешь, семена не падают. Как? Вот. Вот минус как бы. Вот она в семена-то сейчас, Евгений. А, подожди, ты наши деревья выкопал? Ну, а семена и не будут, нет. Они еще не выросли. А, окей. Ох ты, эпическая мощь, уже время-то сколько, а? Еть! А как мне убрать лесенку? Ой, твою мать. Жень, ты просто гениален. Нахрена ты на Коле с жопой полез? Лестницу убрать. Короче, берешь
и топором. Вот, и убираешь. Да, давай слази уже отсюда нафиг. Сидит он тут. Слышишь? Да слышу я. Извращение. Дай мне бит. Женя. Дай мне бит. Какой нахрен бит, наркоман? Дай мне бит. Ребят, у нас Женя все. Нас... Ты куда ушел? Виталий, вернись! Я тут. Жень? Нету. Куда я ушел? Я на к стене бегаю. А, мне показалось, что ты спрыгнул. Что, сдурел, что ли? Я вот думаю, может нахрен надо этот домик, а нам? Какой? Снести типа его? Ну. Ну потом снесем, не сейчас. Динамит возьмем и да снесем. Жень, не ломай. Не трать силы. Кстати. Динамит. 5 часов. Ты чё? Что ты делаешь? Женя решил копать на онлайн поиграть. Да. Нам нужно копать. Смотри, чтобы оно на тебя все не грохнулось. Копатель, блин. Юный. Натуралист. Нудист. Ну, насчет нудиста не знаю. Но я почти закончил с забором. Юный нацист. Женя! Женя! Нет. Не бомбит. Ну так и чё она не падает? Чё? Хрена, копатель, блин. Вот человеку делать нечего, реально. Вот копает, что-то копает. Ты занимаешься полезным, а я видимостью полезного. Ну так вот, да. Не мешай. Не мешай мне работать. О, физика! Хера он там, блин, снес. А потом я закопаю это все, да и все. Я тебя закопаю, да? Так, надо спрыгнуть вниз. Главное не сломать ноги. Прыгай, я ловлю. Так, вот это вот убрать надо. Что за... Женя, что там? Баррикадист хренов. Что там? Зачем я это ломаю? Зачем ты это ломаешь? Надо Коля сломать около двери. Надо Коля сломать возле двери. Женя! Что? Виталя? Не беси меня. Не беси меня. Нет, Гена? Нет, не Гена, там было по-другому. Лёня? Нет, не Лёня. Какое-то там имя было. Старый фильм черно-белый. Не помнишь, да? Муля, про девочку, не нервируй меня. Гуля. Муля, да. Гуля. Муля, Гуля, Гуля. Секс, Гуля, не нервируй. Гуля, не нервируй меня. Гуля. Я же просто... Гуля. Гули. Арам-замза. Гули. Арам-замза. Тоже помнишь эту наркоманскую песню, да? А кто же её не помнит? Физика. И химия. Эй, я хочу заесть наш дом. А тут кое-что висит. Та-та-та. Опять по Фрейду. Опять там. Ну не потом. Не то висит, что Виталий подумал. Я ничего не думал, я вообще не думал. А видно. Знаешь, вот сразу. По-моему, это заметно, Виталий. Мне кто-то шепчет на ухо, Виталь. Он такой, что-то от меня хотят. Дрожа. Ролики. Дрожа. Больше роликов. Больше роликов? Больше роликов. На. А чё за фигня? Мне не хватает. А Женя сматерился. Что? Я матерился? Да? Я сматерился? Да. Матершинник. Да? Извиняюсь, ребят, я специально. 5 часов? Или мне кажется? 5, уже 6 час, наркоман. 6 часов? Да. Виталь, херь какая-то. Вот что я могу такое сказать. Мне, во-первых, земли не хватило почему-то. Вот я не понимаю, почему. Потому что, опять же, Евгений... Чермандыр. Фрейд виноват. Я тебя рон-дон-дон, мы вместе врум-врум-врум. Ой... Что за херня? Что это ты тут оставил? Что? Да ну, я 5 часов, 6 часов, Виталий, я очкую. Я домой. Ты очкуешь? Я домой, все. Я на крышу. Я вот, значит, забор тут, значит, строю. Строй. Строю? Он очкует. Виталий, Орда! Где? Сегодня придет? Да. Хорошо. Это сейчас к чему? Это было сейчас типа напугать меня? Нет, что ты. Напугать, невозможно напугать напуганное. Я и так напуганный жизнью. Напуганный. Напуганный, да. Напуганный жизнью.
Ну где вы? Я с вами лопатой разберусь. Ну где вы? Я вас сейчас тракну, да? Да ты меня тракнешь, это я сам тебя тракну, да? Не, я сам тебя тракну. Евгений Тракаль, Траковельщик. Тральщик. Трактирщик. А вот зря я, наверное, вот так вот начал это делать. Не хочу, надо убрать. Я другими блоками это. Ну хотя потом уберу. А куда вся земля? Вот реально, как и так возможно? Она исчезает. Я ее собирал. Ну она исчезает. Я ее сразу собирал. Я ее сразу хоп-хоп-хоп собрал. Ну такая, нет, Жекни, ты меня не соберешь. Берешь, не соберешь. Оп! На. Блин, уголь придется тратить. В трав на. Ох, я надеюсь. Женя, не надо так. Надо и так, и не так, и через косяк. Женя, у меня 19 семян от деревьев, надо? Садить надо. Ой, я не то сделал. А что ты сделал? Что ты наделал, Виталя? Карл! Да. Карл, что ты сделал? Как ты мог, Карл? О, ты почём? Жизнь поднялась. 111. Скотина, мамку-то обидел. Мамку затралил. Я твою мамку тралил. Зачем? Мою мамку затралил. Да ё-моё, я промахнулся в дырку. Да ё-моё, я косой или где? Женя. Фу. Дырочный промахиватель. Как-то так. Как это называется-то блок-то? Я уже забыл, как он называется-то. Блочный? Скраб айрон. Скраб. А, не так? Скраб. Да ёпсель-мопсель! Краб. Ну, скраб. Не, да, краб, да. Армор чест, скраб. Фрейм, а, это скраб айрон вол, нет, вот это. У нас скраб брейс есть. Скраб. Это для гильз. Молодец. Огурец. А, за. Затралено. Так. О, а, у меня гравий есть, вот чё. Да вот ладно. Чё я не посадил. Это гравий, 32 штуки. Посадить гравий, Евгений, да вы просто гениален. Я в курсе, спасибо. Так как мы выбираться будем? Выберемся. Мы не выберемся отсюда. Что-то орды нету. Слава богу. Слава богу. Смотри, как у нас светло на улице. Бегу. Мчуся. Васька, наверное, наркоман. Чё? Женька, Васька. Говорю, наверное, наркоман. Какой Васька? Какой Васька? О-о-о-о. Геннадий, вы о чём? Нахрена ты ещё один ряд заборов делаешь? Надо. Чё и железный? Ты пропустил дырку. Где? Ну вот, где? Вот. Вот тут. Нет? Чё ты делаешь? А ты на ней стоишь, чё за херь? А у меня её нету, тут пусто. Нету тебя. Ломает он тут всё. Я тут строил, ломает. Зачем я ещё ряд делаю, Жень? Ну. Надо. Чем выше, тем лучше. Ой, всё. Забаррикадируемся и вообще никуда не уйдём. Будем тут же. Ну, меня уже жалуются. Когда мы будем делать фермы? Нахрена. Мы на мясе. На массе. И на массе. Твою мать. Чё такое? Да так, ничего. Всё хорошо. Далее. Не беспокойся. Чё? Что, кончилось что-то? Ага. Шедеврально, бляха-муха.
Ай, надо еще железо добывать, Жень. Нет. Не пойду. А я вот эту досочку оставлю, пущай будет. Такой подошел, оперся, всплакнул. Смотрел на луну. Всплакнул. В гнездо. Вы часто плачете в гнездо, Виталь? Какое гнездо? Вот гнездо. Вот сел на гнездо и высиживаешь яйца. Это про унитаз, что ли? Нет, вот я в гнезде, Виталь. Ты меня не видишь? Я в гнезде сижу, я высиживаю яйца. Господи, Евгений, вы... Да. Нехорошего человека, однако. Ой, все. Блин, одно получилось. Хреновенько, чё. Чё хреновенько? Всё хреновенько. Жизнь говно. Согласен. А в конце ты умираешь. Спойлеры! Окей. Эби! Жень, ты что делаешь? О, да! Это так нас защитит. Да, я защитник. Что делаешь? Ты болен или где? Кто? Ты болен или где? Я везде. Я повсюду. Он везде сущий. Сущий. Вот говорят, сущий ад, да? Это страшно. Женя! Это страшно. Ну, и пословица есть такая, ну. Сущая. Сущая. Я засу тебя до смерти. Или как-то так. Слушай, они... как же его этот? О, крикуны пришли. На. Как его этот? С петухом на голове. В очках. Ну, против педофилии. Тесак, что ли? Тесак, да. Не посланец ли он, не посланник ли он там всех жил. Сущий. Сущий. Он же там всех мочил. В моче. Я мочу в моче. Всегда готов. Я иду по улице, слово чумачечий, да? И мочу прохожих своей же, там... Не знаю, я не знаю, мне рифма мочу. Мочу я вечий, бля, кому-то. Мочу я вечий. Это жестко. Согласен, да. Ну в рифму же. Слушай, Женя, они где-то рядом. Так они возле дома стоят. А, перелезли через забор? Конечно, что там перелазить? Это ж ты ж перелазить. А, я же там не сделал, ну, да? Да, ты ни хрена не сделал. Ни хрена ты не сделал! Ни хрена ты не сделал, Джон Сноу. Ой, все, Женя. Вот они здесь, вот я слышу. Я так ладошку сейчас к двери, к стене подложу, и я слышу тебя. Тише, тише, тише. Они тебе через стену хрум-хрум по пальчику. Успокойся. Все будет хорошо. Не стучись. Не стучись. Успокойся. Постой. Программист. Не стучите. Как приложился ухом, да? К стене головой. Так я слышу тебя. Я слышу всю твою боль. Не надо. Такие звуки. Так, пойду-ка я выйду. Пойдем, выйдем, а? А я, наверное, аптечку юзану. Чё-то мне не камильфо. Где эти говнюки? Нашел их? Да нет, что-то не видно. Что, подохли, что ли? Метол. Можно дюпнутые собрать, кстати. Что, подохли, что ли? Ну да. А ты их видишь, трупы? А чего они умерли? От падения, может, не? Я не... В натуре умерли, Женя, от чего? От падения. Смотри, что они сделали. Ой. Тыра! Скраб. Ставь. Подожди, ты. Скраб. Ой, не скраб, а это... Скальпель. Да, операция, операция. Чё, доски кончились? Не-не-не-не-не-не. Женя? Нету. О, господи, какие-то странные звуки. Исчезли. Или меня просто уши отложило. Отложило? Ну, у меня уши заложены. А.
Здесь вода. О, уже трупак чей-то. Где? Да вот. Ну, крикуна, наверное. Только что он здесь делает, непонятно. Ну, он сюда пришел, тут умер. А те, наверное, от падения. Вода у нас есть в этом. Да есть у меня там, вода. В сундуках. Охренеть. Ну и где орда, ёп? Итак, за 5 днем припрется. Такой добрый вечер. С вами Орда FM. И мы продолжаем шатать ваш забор. Я не могу в эту дырку влезть, прикинь. Какую дырку? Какие ты там дырки опять влазишь? Женя! Женя! Видишь, я не могу в эту дырку влезть. Ну ты слишком толстый. Нет! А, бомбита! Все, нет орды. Жаль. Шикарно! Виталь. Всю ночь прождали, ждали. Там, вот выйти отсюда вот. Сейчас я. А нахрена вот здесь выход? Нахрена не возле дома, да, Виталь? Подожди, да там никуда, ты какой там выход, там лететь еще, блин, хер знает сколько. Я еще даже до выход над выходом не работал, а ты уже лезешь. Я уже лезу. Сейчас сделаем выход, подожди. Правда, придется пожертвовать моими ногами, ну ладно. Это не впервые, как говорится. А вот этот металл сверху, он мощнее, чем нижний бетон вот этот? Нет, конечно. Он чисто так, я знаешь, его строю, чтобы он как бы он прочный довольно-таки, да? Но не такой прочный, и, ну, конечно, металла надо много на него, но... Ну да. Шикарно. Спасибо. Спасибо. Сам виноват. Взял, скинул меня, я хотел запрыгнуть. Что ты делаешь? Ломаю. Дом. Так, подожди. Шатаю. Ага. Надо думать над выходом. Их четверо пришло? Ну да. Четверо? Ну да. А чё четверо? Просто. Скелеты остаются какие-то. Надо же, я жив. Так, около дома, говоришь, да, лучше вход сделать? Ну, конечно. Быстрее выходить. Бежать еще куда-то. Такой брутальный забор. Все, прикинь, я вот только вышел, и орда придет. Вот это будет веселуха. Это будет просто чешуененько, Виталь. Конечно. А ты думал? А ты-то думал? Ты думал, что в сказку попал? Да. Мы не в сказке? Нет. Я тебя разочарую. Это не Алиса в стране Садомаза? Ват! Нет? Нет. Какая же. Какая жаль. Ты немного обознался. Чуть-чуть. Самую Совсем малость. Совсем самую малость вообще. Алиса в стране Садомаза. Ну, Женя! Ну, погоди. Ла-л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 а
Fuck you, Спилберг! Там потом переделаю еще немного. Куда ты залез, бляха муха? Что это? Это уже выход. Не по Фрейду, Виталя. Выходи. Это уже даже не по Фрейду. Ну, давай, слази, чё. Сейчас. Я царь горы! Я бы сказал, чего ты царь, ну ой, ладно. Я помолчу. Как бы я была царицей, я бы для батюшки царя родила бы два корабля. А зазря, а зазря. Чё ты делаешь? Ломаю твой забор. Молодец. Не молодец. Не молодец. И это холодец. Я б для батюшки царя родила б... два корабля. Ты представляешь себе, как это будет выглядеть? И она такая, как-то... вот так родила бы. Я не знаю, но... Ок! Ну,
Может, да. Талия, не парьтесь, просто не представляйте себе этого. Вы себе сломаете весь мозг. Не могу не представлять. Да. Так, ну чё, надо идти до бывашки. Ага. Кардашки. Кардашьян. Кардашьян? Это как это фамилия какая-то? Ты не знаешь? Нет. Нет? Нет. Серьёзно? Да. Чё, город? Кого? Город, говорю. Какой город? Ну, а куда добывать? Что добывать? Добывать-то надо ресурс. Опять? Да, забор-то должен быть закончен. Опять? Опять. Копать. Опять копать. Нет. Да. Что-то тут металлом это твой, ты выбросил. Да? Джигурда. Евгений, вы меня убьете, конечно, но у меня 30 баночек из-под воды. Пустых или что? Пустых-то. Ну так иди набирай. Надо лестницу здесь сделать, блин, а то. Там есть, дальше, возле входа. Шикарно, возле входа. Ну да, а чё я буду сюда бежать, чтобы вход зайти? Что за бред? Ты бредовый какой-то выход сделал. Не перди, когда с тобой разговаривают взрослые. Чё у нас двери открыты на стопашку? Взял, вышел, не закрыл. На стопашку. Евгений, вы какой-то да. На чебурашку. Вы какой-то на растопашку весь. На чебурашку. На чебурашку. Опять по Фрейду все, да? Почему тут Фрейд? А вот! Где набирать-то? Ржать. Жрать. Хочу и жру. На втором этаже унитаз сразу спускаешься, он справа. Нету тут унитаза. Ты слепень или где? А этот унитаз? Да, этот. Я думал, у нас другой есть. Да. Нет, серьезно, я думал, что у нас хреново, их два. Мы тут построили, конечно, вот деревья поставили возле входа. То есть, допустим, если там будет орда, ни хрена не видно. Они черные, ни хрена не видно. Черные. Женя, это расизм. Да. От слова Россия, да? И тишина. Да вы сейчас на Россию матушку наехали? На-на-на-на-на. Пошли, блин, данные навек. На-на-на-на. Бувашки. Мне земля нужна. Зачем? Тебе что, земли мало, да, что ли? Она повсюду. Я с собой возьму землю, матушку. Как Илья Муромец? Да. Отведайте земли, матушки богатырской. Нахер ты землю копаешь? Тут деревья посажены! Не было посажено тут деревьев. Пошли. Я выкопал. Куда? Копать. Ты задолбал меня, вот честно. Хочешь, иди в город. Один. Я не самоубийца. Не ори. Нам надо достроить забор. Понимаешь? Зомби! Ау, помнишь первый день? Тихо, зомби идет. А сейчас зомби! Ау! Ау, да! Ау, где вы? Зомбятинка! Подожди, стой. Слушай, посмотри, как забавно выглядит наш забор на карте. Пошли по дороге, чё мы идём? А нахрена по дороге? А, ты в пещеру хочешь пойти? Так быстрее, да. А чё не в ту? Какую? Ну, в ту, где мы были. Ну, я туда иду? Нет, первый раз. Не, первый раз, там деревьев нет. А, ты хочешь дерево? Я и дерево хочу, и железо. Ну, попробуй копать под дерево. Чё? Покопать? Ну, это быстрее, реально. Ты один раз вот ударил. На семена. Ну, семена, может, выпадают. Кто знает. Я ж маленький копал. А, ну да. ХЗ. Надо бы уже огород реально заниматься огородом. За тобой бегут, Виталий. Уже выехали. Двое с носилками, один с топором. Шикарно. Евгений, вы меня не пугайте, а, пожалуйста. Я уже пуганный. Идет, смотрите. Идет, она качается. А где же орда? Нету орды. Сейчас такая, прикинь, посреди дня. Такие. Не ори. Не покрикивай. Да. Это было уже. Это было. Это звучало. Что это за стебель там торчит, ты видишь? Стебель? Ну это. Кукуруза.
Не, он там. Евгений, вас окружают! А! Да. Виталий снова получает. А, по щам. Это дерево так выглядит, ё-моё. Стебель. Что там? В Don't Starve переиграли вверх и в сторону. Ну и все. Женя, когда новый сезон? Когда-то. Так, а может быть, тем временем пора заканчивать, нет? Серийка. Ну, и коль не шутите, так заканчивайте. Так вы же начинали, Евгений. Ну, окей, убедили, Виталий. Огромное спасибо всем тем, кто пришел и посмотрел этот видеоролик. Впервые на канале, не забывайте подписываться на Виталия и подписываться на меня. Ставить, конечно же, лайки нам. Даже не надо. Да, ставить, конечно же, лайки. И писать свои советы и комментарии, ведь они действительно иногда очень-очень-очень полезные. Вот, к примеру, да, с деревом это круто. Хороший совет. Всем спасибо, всем пока. Удачи, ребят. Пока-пока.